О, парень, а тебе аккаунт с тычками не нужен? Совершенно бесплатно. Тебе нужно поставить лайк, нажать на колокольчик, подписаться на мой канал и написать комментарий. По комментарию я найду одного победителя, напишу ему в личку и отдам его аккаунт. Ну что же, всем удачи. Ну а мы, ребята, продолжаем смотреть видео. Всем привет, Кент на проводе. И сегодня я вам расскажу о той карте, на которую вы никогда, ни при каких условиях, не должны заходить. Ставь лайк, если тебе нравится подобный формат. А мы начинаем. Это был самый обычный день, и я просто играл в Block Strike. Ничего не предвещало беды. Я веселился, бегал, шутил, и мне было очень хорошо. То, что произошло дальше, в корне изменило мою жизнь, и она больше никогда не станет прежней. Его имя Карл. С первого взгляда он покажется дружелюбным другом. Он позовет тебя играть на сервер и скажет тебе пароль. Но то, что будет дальше, сделает вам больно. Но я ничего этого не знал. Я доверился Карлу и зашел на его карту. Вначале я думал, что все хорошо, но я очень сильно ошибался. Карл, не отставая от меня, ходил за мной, шаг в шаг. Я начинал бояться. Потом я увидел лужу крови. И я понял, что надо бежать. Я не мог отличить реальный мир от виртуального. Игра просто засасывала меня. Мне надо было искать выход, но выхода не было. Я искал, но его нигде не было. И потом я понял, что Карл вовсе не друг. Он хочет мою душу. Меня связали и кинули в котел. То, что было дальше, мне тяжело вспоминать. Я помню лишь одно. Лишь одно. Это было... Это была ошибка java.io file not found exception. Happy end.